Всем привет, с вами канал «Все для города». Здравствуйте, дорогие подписчики, а также гости моего канала. Представлен Блемарен. Это средство для растворения камней в почках. Если у вас появился песок или камни в почках, вот этот препарат, он вам растворит камни в почках. Значит, это лекарство, как принимать, я вам сейчас расскажу. Как дозировку делать, тоже все покажу. То есть здесь есть 4 тумбы, стоит такой препарат 1500 рублей. Здесь есть 4 таких тумбы, вот она, 1, 2, 3, 4. Потом есть вот этот календарь. Вот календарь, в котором все и прописано. Вот такие вот здесь как бы таблеточки такие вот здесь вот. Их там, по-моему, 10 штук, ну, 40 таблеток. Вот, для профилактики, если брать, ну, иногда бывает, заболит в почке что-то там, то можно принимать немного, и все. Вот, значит, так, дается календарик такой. Здесь все написано, то есть, как его принимать. То есть, вот, таблетку бросаете в стакан, также, как делать дозировку, опускаете полоску, здесь даются такие полоски, вот такие полоски даются, опускаете в свою мочу и смотрим дозировку, сколько таблеток нам ложить в стакан с чистой водой. Вода должна быть теплая. Вот, когда мы будем чистить камни или песок в почках, желательно в этот период исключить белковую пищу, то есть творог, молоко, кефир, сметану и яйца лучше не употреблять. Подождите, пока у вас камни полностью растворятся. Здесь даже написано, что белковую пищу есть невозможно. Так, здесь каждый день мы должны записывать утро, обед и ужин, вечер свою pH мочу. Вот здесь все. Вот. Здесь все написано. То есть вот стакан бросили сюда, вот пошмачу. Так, это мы заполняем сюда, здесь уберу пока все. Так, здесь удается такой календарик, и, то есть индикаторные бумажки, вот, и с подсказками, как вы должны пить. Вот здесь вот вы отрываете эту бумажку, вот, вот, мочу опустили, и смотрите, какую дозировку вам делать, или одну таблетку, или две, или полторы, вот. Я уже здесь подготовил мочу, здесь вот, вот здесь вот у меня мочу, я уже пил эти таблетки 2 раза. Сейчас вот хочу вам показать, как это надо делать. Все, поближе сейчас сяду. Так, вот наша моча. Мочача. Вот, ну, женщины должны в какую-то баночку писать и опускать. Ну, а мужики, я обычно струей направляю, как вот. Вот опускаем вот этот вот лакмусную бумажку, которая дается в комплекте с этим лекарством для растворения камней в почве. Вот опускаем ее, вот. Ну там минуты две подержать должны. Вот и опустил, он даже не потемнело нифига. Вот. То есть мы должны приложить. Вот. Так, желтое это. Нет, вот это. Ну, примерно, наверное, вот это. 6,5, 5,8. Это мало. Значит, я должен. Я пил 1,5 таблетки. Значит, я должен пить 2 таблетки. Чтобы у нас вот это. В основном растворяются и те камни. Когда у нас pH мочи называется 6,2, 6,8. Вот, но 7,1 и 7,4 это много, это надо, значит, уменьшить дозировку. Вот, то есть, видите, я хотел думать, может, синяя будет. Значит, надо мне 1,5 таблетки сюда положить. Но я сразу 2 таблетки растворю и все. Вот, берем таблетки. Вот вода у нас. Вот здесь я 1,5 таблетки брал, видите, половинку. А мы сейчас попробуем 2, потому что мало. Значит, берем, бросаем сюда.
две таблеточки. Вот. Потом уже pH мочи мы посмотрим, какую нам дозировку этого лекарства сделать. Или две таблетки, или полторы, или вообще снизить эту самую дозировку этих таблеток. Все, так, рассказал. Так. А как пить? Значит, когда только поели, не за час до еды, не после часа, а сразу во время еды. То есть покушали и сразу выпиваете, вот, чтобы растворялся у вас камни в почках. Вот. Чтобы для профилактики можно купить просто одну. Там, ну, как бы, бывает так, что-то вроде в боку что-то за в области печени хоть что-то почувствовали, то есть можно пропить там одну вот эту бутылочку, там сколько-то, 10 таблеточек, и боль как бы прекращается. А у кого вы чувствуете сильную боль, или вы, ну, сходили, сделали УЗИ почек, вам точно сказали, что у вас камни или песок в почках, то надо взять две таких упаковки. Упаковки в аптеке стоят 1500 рублей. Это полторы. Ну, в разных аптеках. Бывает и 1200, бывает и 1800. А в одну тоже как-то зашел, вообще они 3-3 просят, думаю. Да, блин, пейте сами, я лучше пойду, знаю, как бы аптеку и куплю за 1500. То есть в обычных, ну, коммерческих аптеках они, может, цену завысят, а нормальные аптеки, она как он стоит по 1500 рублей, так и за только продают. Все, понятно, да? Вот такая лакмусовая бумажка. То есть мочу опускаем, в баночку пописали, девушки, там, женщины, у кого камни в почках, или бабушки. Вот, опустили, там подержали минуты две. Даже минуты, и она сразу начинает темнеть. И потом вот эту берете вот эту бумажечку, вот так прикладываете. То есть она под каким цветом? То есть вот эту вот примерно на где-то 6,2 не подходит, значит где-то 5,8 примерно на вот так вот. Это вот как бы вот этот цвет к этому календарику. Ну, определение pH мочи, значит, я решил две таблетки. Вот. А потом, когда две таблетки через 3 часа можно пойти, ну, как бы, сейчас у нас уже обед, можно сказать. Вот, значит, я в ужин уже буду смотреть, какую дозировку. То ли, если она будет очень синяя, значит, мне надо уменьшить. То есть я с двух таблеток могу просто полторы таблетки. Вот, понятно, да? То есть у нас должен предел этих плотность pH мочи, ну, кислотность мочи, от 6,2 до 6,8. Выше не надо, ниже тоже не надо. То есть вот это в этих пределах тогда камни растворяются и те, и эти, потому что камней в почках много разновидностей. Чтобы они и те, и другие камни растворялись, то есть надо у нас вот этот pH мочи, вот эта кислотность мочи, надо держать в пределах 6,2 и 6,8. Во. Все, понятно, да? Короче, с календариком, я думаю, всем понятно. Вот. А сюда мы записываем непосредственно, начиная, допустим, пишем. Вот здесь начинаем мы. Пишем день недели. Вот здесь это. Вот. И вот это здесь мы заполняем. Утро, обед, это замечание. Видите, написано количество таблеток. Пишите или одну таблетку, или полторы, или две, или одну. Вот здесь ведь написано количество таблеток. Вот. И вот это. Короче, сюда вы должны сами каждый день записывать для себя. И потом. Вот. Понятно, да? Вот, то есть сюда календарик вы должны записывать. Но кто не хочет записывать, может не записывать. Вот. Главное, правильно бросаем в теплую воду. Можно горячую воду даже бросить, она пошипит, остынет, можно выпить. Только, ну, не холодно. Ну, можно в холодное, конечно, но в холодное плохо пьется. То есть надо в теплую. Вот. И потом второе, когда мы уже на ужин надо, мы берем, наливаем или в баночку, девушки или бабушки в баночку, нацедят эту мочу немножко там, чтобы определить pH мочи. А мужчинам можно просто эту полоску держим и настрою направили, она меняет свой цвет, и как раз прикладываем, и дозировку мы свою как бы делаем. Вот. С вами канал «Все для города». Понятно, да? То есть здесь все это. Но здесь
была портянка такая длинная, прикладывается к этой, к этому. Я не стал читать здесь. Здесь вот такая длинная портянка. Здесь вот. То есть начали раньше не прикладывали, здесь вот пишут. Вот, то есть могут быть разные реакции. Ну вот, как правило, сколько я раз и пил, мама пила, никаких реакций ничего не было. Ни тошноты, ни рвоты, ничего не было. Вот, ну, может быть, они специально здесь предупреждают. Вот, вот так, вот так. Вот, начинаем пить. Вот я вот растворилась, вот сейчас выпью. На вкус это как лимонадик, пьете? Вкусненько, кисленькие такие. Вкус с кисло-сладким. Во. Ну ладно, на этот видеоролик заканчиваю. Спасибо за просмотр. Так, это сюда. Вот. Ладно, стакан уберем. Нафиг нужно. Так. Календарик сюда положим. Вот. На этом видеоролик заканчиваю. Спасибо, друзья, за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Вот. Теперь вы знаете, как, какую дозировку этих таблеток пить и как заполнять этот календарик. Вы теперь знаете. Это средство, которое растворяет камни в почках. Сделано в Германии. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. С вами канал «Все для огорода».